Это, не знаю, машина или мотоцикл черепашек-ниндзя. А, тут вот при нажатии вот так вот все раскрывается. Сюда можно посадить фигурку. Я думала, мне еще попался вот такой, но по размеру он получается большой. То есть его тут закрыть не получится. Значит, наверное, сюда фигурка чуть поменьше нужна. И потом вот так вот все это дело закрывается. Очень крутой, интересно сделан. И вот так вот его можно обратно зажать. Состояние очень хорошее. Здесь вот еще такая спереди штучка. Интересные.